Всем привет. В общем, сейчас я вам покажу мою ЛЗ-400 с аналогичной модернизацией, так сказать, как на Воркутинской 14. Только там была КМЗ-400, а здесь МЛЗ-400. Итак, вот тебе, пожалуйста. Поехали на последний этаж. Уже второй по счету лифт такого плана в этом городе встречаю. Тоже Могилёвский наш, только такое ощущение, что более новый, чем у Воркутинской. В общем, я опять в шоке. Сейчас пойду в остальные пады, посмотрю, что там стоит. Может быть, там аналогичная модернизация. Если ее таковой можно назвать, конечно. Вот кнопка новая. Замена всего, кроме дыша, называется.